Легкой работы? Юсуф, ты зачем в таком состоянии вышел из дома? Отдохнул бы немного. Когда детей нет дома, тихо и спокойно. Хватит отдыхать, Музо. Я пришел сказать, что пойду уже. Да и так достаточно нагрузил вас. Юсуф, что за слова? Какой груз? Ты знаешь, я обижаюсь на такие слова. Обиды между нами нет. Ты меня так хорошо принял. Как хорошо я собрался, и теперь ухожу. Остался бы еще немного. Музо, у тебя какая-то проблема. Но ты прав. Я бы тоже не рассказал бы мне проблему. Передай Фиген мою спасибо, ладно? Хорошо, передам. Кстати, Музо, может, это не касается меня, но... Покажите Джихан хорошему врачу. Она очень больна, Юсуф. Джихан очень больна. Ему усложняется еще больше. Мы перестали понимать друг друга. Наверное, не может быть хуже испытания для брака. И для тебя трудно, и для нее. Подожди, я пойду возьму тебе что-нибудь. Постой, постой. Не уходи. Если ради меня идешь, то не иди. Сделай мне чай. Хорошо. Кстати, спорчи Музовский, она зря коптит печь. Ее нужно менять. У нас нет возможности менять, Юсуф. Пусть там остается. Сначала меня нужно обновить. Я зря место занимаю в этом доме. Включили классический сюжет. Мы драматизируем. Музо, ты очень хороший человек. И Фиген это знает. Хороших мужчин нелегко найти. И если найдут, не отпустят. Да. Фиген женщина, которая любит контролировать. Но и ты годами положился на нее. Примета. Так тебе было легче. Ну, конечно, а кому не понравится? Эта женщина создала чудо, чудо. Да. Целых 4 великолепных чуда. Если бы не Фиген, я бы не владел ими. Я бы сказал 5. И тебя она создала с самого начала, это точно. До Фигена и после Фиген. У меня есть фото. Помнишь то фото, на котором ты стоял как в воду опущенный? Да ну. Это фото еще у тебя? Ну, конечно, у меня. Добро пожаловать, милая. Привет, Фиген. Привет. Музафер звонил бухгалтер. Не дозвонился до тебя, сказал посмотреть его сообщение. Да ну. Наверное, на беззвучном осталось. Нужно позвонить сотруднику. Во вторник нужно подготовить список стока. К тому же и квитанции пришли, знай. Я знаю, помню. Фиген, если я могу что-то сделать для Джихан, если у вас есть какие-то мысли, я готов. Я понимаю, очень сложно то, что вы проживаете. Тогда ты, наверное, понял, что мы не можем ухаживать за тобой среди всей этой сложной ситуации, Юсуф. Конечно. Прости. Итак, когда вам будет нужно, вы позвоните мне. Ладно, я пойду. Что это сейчас было? Я переоденусь, пойду на работу, оставила все на суну. Фиген? 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 Я же говорю, Фиген! Я слышу. У меня нет настроения с кем-то сюсюкаться. К тому же времени нет. И если я найду хоть немного времени, хоть капельку времени среди всего этого, я хочу спланировать, как проведу 18-й день рождения дочери. Тебе Юсуф показался лишним? Нет, Юсуф не показался лишним. Он оказался понятливым и ушел. То есть это я. С кем тебе нужно сюсюкаться? Если хочешь, я тоже пойду.
Давай, иди. Иди. Настолько? Да, настолько. Иди, потому что твое присутствие здесь ничего не меняет. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.